о первом в мире полете человека в космическое пространство. Александр Пахмутов и слова Николая Добронравова. Эта композиция из года в год звучит на дне космонавтики и стала уже гимном космического праздника. В этом году мир отмечает 55-ю годовщину полета Юрия Гагарина в космос. Он был первым и открыл для всего человечества новую эру – эру космонавтики. Трепещите, звезды, в космосе человек! С названием «Восток» он первым на планете подняться к звездам смог. Поет об этом песни «Весенняя капель». Навеки будут вместе Гагарин и Апрель. Дорогие россияне, дорогие жители Красногорска, большой день у нас с вами сегодня. Юбилей, которым мы, как россияне, можем гордиться. Ведь так здорово сознавать, что когда-то именно наш человек сделал тот самый первый шаг, стал первым в космосе, самым-самым первым, и это признают все. Ровно 55 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин в этот день завершил свой космический полет, который вошел в историю. Он сказал свое знаменитое «Поехали», махнул рукой и словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Сколько песен, сколько прекрасных произведений было посвящено этому великому событию. Конечно, потому что это вдохновляет. Известная российская телеведущая и журналист Яна Чурикова открыла торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики в Красногорске, куда была приглашена и делегация из Зарайска. В микрорайоне Изумрудные холмы на аллее космонавтов собрались десятки местных жителей и представители целого ряда средств массовой информации. Главное событие дня – открытие второго космического корабля «Восток-1». Много-много лет назад, 55 лет назад, я как сумасшедший выскочил из школы, потому что мы все услышали, что Юра Гагарин полетел в космос. Это было такое событие, что мы побросали все и просто... Задача была одна – добраться до Красной площади. Вся страна хотела в это время быть на Красной площади. Это было такое ликование. Конечно, мы не дошли. Конечно, масса улиц была перекрыта, но вместе с тем это был единый невероятный порыв. Он поднял всю страну на ту космическую высоту, которую не хочется терять никогда. Аллея космонавтов в Изумрудных холмах – это музей под открытым небом. Здесь представлены макеты легендарных космических кораблей в натуральную величину. Первая арка с макетом корабля «Восход-2» была открыта здесь год назад. Идея создания такого музея принадлежит герою Советского Союза, летчику-космонавту Алексею Леонову. На празднике он присутствовать не смог, но передал всем гостям свое видеообращение. Всех собравшихся с Днем космонавтики поздравила летчик-космонавт, герой России Елена Серова. Дорогие друзья, я так рада приветствовать вас здесь сегодня, в этот день. Прекрасный солнечный день, как 55 лет тому назад. Помните, когда первый наш российский простой парень, летчик, настоящий патриот своей родины, совершил космический полет. Ведь он открыл дорогу в космос. Он проложил эту дорогу. Он всему миру показал, чего может достичь человек. Гений человеческого разума. Он ведь понимал, что может и погибнуть, когда он писал письмо своим родным и близким. Но он шел вперед. Он, как в песне, как Данка, осветил своим сердцем нам дорогу. Он показал, как мы должны жить. И до последнего вздоха он служил своему Отечеству.
Мы всегда были первыми. Мы первыми будем в космосе. У нас была первая женщина-космонавт. Валентина Владимировна Терешкова. Алексей Архипович Леонов всем открыл дорогу другую. В открытый космос. 26 сентября 2014 года Елена Серова стартовала в качестве бортинженера на пилотируемом корабле «Союз ТМА-14М». 12 марта 2015 года экипаж корабля благополучно вернулся на Землю. Елена Серова стала первой женщиной, совершившей полет в космос за последние 17 лет. Елена Олеговна, спасибо большое. А можно я воспользуюсь служебным положением? Вы знаете, Елена Серова, как образцовый космонавт, ведет Инстаграм. Серова, нижнее подчеркивание, Елена, нижнее подчеркивание, 22. Подписывайтесь все, и так мы сможем следить за Еленой в соцсетях. А можно селфи? Друзья, ура! Спасибо огромное. Вы просто чудо. Атмосферу 1961 года на аллее космонавтов помогли воссоздать народный артист России Лев Лещенко и народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Вот как будете нас встречать, так мы будем и работать. Вот так. Вы поняли, да? Нет, Иосиф Давыдович, я бы на вашем месте все равно не стал бы. Громче! Мы организовали солнце. Привезли самую красивую космонавтку, Елену Серову. А вы какие-то отмороженные стоите. Нехорошо так, красногорцы. Алексей Архипович Леонов и Валентина Владимировна Терешкова. Они так волнуются сейчас там, в этом восточном космодроме. Так переживают, чтобы все здесь прошло хорошо. А я им уже... По окончании обязательно позвоню и расскажу. Скажу: Господи, как же нас принимали, какие аплодисменты были, как вас хорошо. От всей души вас поздравляю с этим знаменательным событием. Может быть, это скромная стела, да, но... Вы знаете, она символизирует очень-очень многое в нашей жизни. И я, житель Королева, вам огромный привет от моих земляков. Красногорску от Королева. Это действительно градообразующее предприятие, где люди трудятся и заявляют о том, что наша страна – великая страна, открытая всему миру. Наша страна – страна, с которой надо считаться, которую надо уважать, которую надо любить. И, конечно же, вот приезжая каждый день мимо памятника нашему великому Королеву, я с трепетом понимаю, что мне очень повезло в жизни и быть знакомым с Юрием Алексеевичем, и быть знакомым с легендарным конструктором Королевым, и жить с ними в одно время, с людьми, которые озарили, олицетворили нашу эпоху, которые сделали прорыв, которые открыли миру, по большому счету, нашу державу великую. Народные артисты исполнили несколько любимых всеми песен, в числе которых была композиция «Притяжение Земли», впервые прозвучавшая в фильме «Обычный космос». Как безмерно оно, притяжение Земли, притяжение полей и печальных ракет, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Да, горы высокие, we'll be right back.
затем в дело пошли высокие технологии под звук реактивных двигателей, видео на 3D-экране и знаменитое гагаринское «Поехали» был имитирован запуск корабля «Восток-1». Давайте по-космонавтски. Вот как мы гордимся нашей страной. Вот так вот давайте же крикнем. Красногорск, вы готовы? Тогда все вместе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Поехали! Небольшая заминочка, из которой легко выкрутилась Яна Чурикова, чехол с корабля ну никак не хотел сниматься, только разодорила гостей. И вот на аллее космонавтов появилась вторая арка с макетом корабля «Восток-1». «Восток-1» – первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту. 12 апреля 1961 года именно на аппарате «Восток-1», прототип которого сейчас находится надо мной, Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Корабль стартовал с космодрома Байконур, сделал один оборот вокруг Земли и совершил посадку в Саратовской области. С появлением второй арки аллея космонавтов стала полноценным музеем под открытым небом. Следующим экспонатом станет космический аппарат «Союз-ТМ». Светлана Томина, Герман Беляев, Константин Куянов из Красногорска. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.